Всем привет! Сегодня 2 марта. Находимся в Нячанге. Сейчас я сниму видео. Парк Горького напротив нашего отеля. Шикарный парк. Здесь все чистенько, все убирают. Везде мусорки стоят. Все в цветочках. Вот магазин здесь находится. Вот этот стеклянный был. Вот магазин. Это купол магазина. Вход в магазин и со стороны дороги, и со стороны моря. Тут два входа. Но цены, конечно, в этом магазине дороговато по сравнению, чем в городе. Так здесь можно купить в этом магазине кофе, жемчуг и разные подарки. Одежда. Ну, разные вещи продают. В общем, дальше идем. Что тут в этом парке? Деревья так красиво, тут все и подстрижено, пальмы, чистенько. Так, сейчас будем входить на территорию, где бассейны находятся. Вот этот большой ресторан, тут два этажа ресторана, цены тоже дороговаты в этом ресторане. Вот бассейн тут. Большие вот эти шезлонги. Вот время 8 часов утра. Все убирают, здесь чистят. Народу пока никого нет. Но, правда, и днем тут не так много народу. А так можно здесь вот взять этот шезлонг и целый день можно провести. А можно с утра как бы оплатить, тут посидеть какое-то время. Пойти потом в отель, и он будет свободен. Вы уже его бронируете на целый день. Вот бассейн здесь, пока вода выключена. Льется вот с этих вот мостиков водичка. Бар напротив бассейна. Можно в баре брать, в бассейне сидеть. Столики, стульчики. Мостики здесь везде через эти бассейны идут. Птички в клеточках. Попугайчики сидят. В общем, прекрасно отдохнуть. Лавочки здесь, вот туалет рядом вот с этим баром. Туалет шикарный, все чисто тоже в туалете. Так, дальше идем, здесь другие бассейны. Сейчас посмотрим, что тут есть. Здесь для детей много развлечений. Тут с утра детей учат и плавать, и играют с ними. Тоже вот опять попугайчики, птички. Вот здесь можно с детьми приходишь, делайте и новогодние какие-то открытки, и создайте декор, и сделайте свой слайм. Нарисовать картинку из пластилина. В общем, много-много здесь мастер-класса. Потом цены. Здесь на что? Здесь камера хранения 50 донгов в день. Ну, плавательные жилеты тоже 50 донгов. Надувные игрушки 50, большие. Подороже тут 200. В общем, билет вход взрослый 150 донгов сюда. Аренда шезлонг стандартная 50 донгов. Большой 200, бунгало 300. В общем, вот такие тут цены. Заходишь. Так, сейчас зайдем сюда дальше. Выйдут вот люди. Так, тут уже бассейн побольше. Большой бассейн. В этом бассейне уже тут надувные игрушки плавают. Так, вот эти маленькие шезлонги по 50 донгов. Вот столики, стульчики, кресла. Можно посидеть, отдохнуть. Сейчас утро, я говорю, пока тут персонал ходит, все убирает, раскладывает матрасы, подушки. Напротив вот массажные салоны. Можно и массаж сделать. В принципе, так тут недорого массажа. Рублей 500 полностью сделать массаж. Вот надувные большие игрушки тут плавают. Разные лебеди, фламинго.
Есть вот такие шезлонги, тоже по 50 донгов. Есть вот над водой. Вот над водой я не знаю, 150 или 200. Это как бунгало считается, или как шезлонг большой. Вентиляторы. Можно включить, если жарко вам. Так, здесь вот внизу тоже бар. Можно тоже в бассейне прям заказать что-то и сидеть, отдыхать в воде. Вот раздевалка, переодеться кому нужно. Дальше мосток, выходите из парка, можно выйти. Здесь большой концертный зал находится. Бывают концерты по выходным дням. Вот тут через дорогу наш отель. Мы, конечно, близко живем к этому парку, близко к морю. Рядом все находится. Хорошее местоположение отеля у нас. Так. Можно с этой стороны тоже по мостику зайти в парк. Заходить сюда можно бесплатно и пофотографироваться. И так, в принципе-то, мы заходили, плавали даже бесплатно. Поплавали, ушли на пляж. Так, все тут зонтики. Вот детский бассейн. Тут тоже вода выключена. Так, а вот эти камеры хранения стоят, если что-то надо вам сдать. Вот над водой прикольно эти шезлонги. Лежишь. Вот сейчас вода выключена. А так с грибков, с икорок вода льется. Детям тоже так посидеть, поприкалываться в воде интересно. Так, ну ладно, все. Пока буду все прекращать.